Конечно, я ни с кем это не согласовывал. И для всех, без исключения, за исключением Оксаны Генриховны Дмитриевой, которая знает о моем намерении, это является новостью. Я не считаю, что я кого-то, как вы сказали, могу подставить, потому что это лишь некая гипотеза, это мое предложение. С точки зрения того, что многие сейчас, возможно, заявят, что никогда, ни при каких условиях...